Всем привет, добро пожаловать на стадион Малиньо, где мы сегодня смотрим футбол. Без изменений сегодня в комментаторском составе для вас работают Константин Кенич и Георгий Черданцев. Зовет нас английский футбол вновь, это премьер-лига в прямой трансляции. Вулверхэмптон сегодня играет против Челси. Виллиан, будет гол! Очень вовремя он мяч выносит, крайне опасно. Вперед идет атака, интересно может быть. И пробил. Не попадает в створ. Получилось вынести мяч, по-прежнему опасно может быть. Рауль Хименес. Мяч в руках у голкипера, можно было пробить и получше. И что дальше тут будет? Канте. Канте! Ну, поработать немного. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Диогу Жота. Хорошо вратарь играет, с ударом уверенно справляется. Оливье Жиро отдает классный пас на ход партнеру. Вратарь намертво забирает мяч. Канте, великолепный пас. Виллиан, будет гол! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. И опять он спасает и забирает мяч. Браво! Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Мяч очень плотная линия обороны получилась сейчас. Жиру. Все как надо вратарь делает. Уверенно он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипер из игры было бы опасно. И пас туда, откуда можно пробить. И выносится мяч из штрафной. Н'Голо Канте. Момент! Забивай! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Шире они сейчас играют, мяч на фланге. Рауль Хименес. Удар головой и выше ворот. Арбитр показывает, можно играть, нужно подавать. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Есть удар. Есть гол. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Раз давайте посмотрим гол. Все тут четко игрок сделал нападение. Главное в этом моменте было пробить точно и сильно, чтобы никакая роковая случайность не помешала ему отличиться. Он в итоге все сделал классно. Недоволен тренер таким положением дел. Теперь нужно догонять соперника. 1-0. Сейчас будет веселее. Жоржини. Переходят они в атаку. Играет в пас команда. Жоржиньо! Красивый прыжок вратаря и прекрасный сейв. Сейчас произойдет замена. Жиру. И пробил. Хорошо. Виллиан! Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Кепа. Оливье Жиру. Оливье Жиру отдает классный пас на ход партнеру. Они добиваются своего гола на последних минутах, делают счет равным. Фантастика. Челси забивает очень важный гол и сравнивает счет. Нас ждет очень интересная концовка. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Счет снова равный. 1-1. Великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил.
По итогам 90 минут выявить победителя не получилось.